Светлана Турку работает на телеканале «Акчен ТВ» уже более полугода и не только успела влиться в нашу дружную команду, но и сумела наладить продуктивное сотрудничество с силовыми структурами. Премиум, pe care l-am obținut eu astăzi, nu este doar premiul meu, este premiul întregii echipe a televiziunii în care activez acum și este o muncă titanică atunci când se construiește o știre. Este vorba despre operatori, redactori, producători, directori de știri, șoferi. Cu toții muncim pentru a obține un produs frumos. Și mă bucur foarte mult că există instituții care apreciază și care premiază, dacă pot să spun așa, între ghilimele, munca jurnalistică, care este una deloc ușoară. Исполняющий обязанности начальника Генерального инспектората пограничной полиции Петру Курдуняну поблагодарил журналистов за работу и за сотрудничество, выразив надежду на то, что это полезное и плодотворное сотрудничество продолжится. Друзья, я еще раз благодарю вас за ваш труд и по мере возможности критикуйте меня как руководителя генинспектората. Даже если мне не будет нравиться, я не обижусь и постараюсь отпустить это, потому что прекрасно понимаю, что это ваша работа. И я глубоко убежден, что вы также переживаете за ваш труд. Сотрудники инспектората, чтобы порадовать журналистов и придать мероприятию праздничности и торжественности, пригласили оркестр. В этом году пограничная полиция Республики Молдова отмечает 29 лет со дня своего создания. Церемония награждения была приурочена к профессиональному празднику наших пограничников, который отмечается 10 июня.